В Твери продолжается ремонт тротуаров. На этой неделе приступили к обустройству пешеходных зон на проспекте Ленина. В настоящее время здесь производится демонтаж существующих бортовых камней. Напомним, что в этом году 90 миллионов рублей выделено на ремонт тротуаров в центре и в Заволжье. Отметим, что на ряде объектов уже завершены работы по ремонту тротуаров. Это Комсомольский проспект, улица Садовая и Артиллерийский переулок.